Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил, когда приходил Дед Мороз? И в 6 лет на машине вдвоем мы с тобой на безлюдной дороге, и я впервые сижу за рулем, а педали жмут папины ноги. Он ремня тебе дать обещал, ты внутри холодел от вины, но из брюк он ремень доставал лишь тогда, когда мама стирала штаны. Он под утро может прийти, опоздать на сутки домой, но папа себе никогда не простит опоздание на утренник твой. Те минуты, что я с тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. Воспитание сыновей, ничего нет для папы важнее, но дочек папы всегда почему-то любят сильнее. Я хочу, чтобы все из людей понимали все эти масштабы. Половина души у детей называется словом папы. Меня жизнь заставляет познать неизвестные раньше этапы. Просто отцом еще мало стать, постараться стать надо папой. Моего папу зовут Капов Александр Иванович. Он работает на скорой фельдшером. Мой папа отличается от всех, потому что он умеет мастерить. Его любимое дело – делать всякие поделки, мастерить, делать всем добро. Характер у моего папы хороший, добрый, и он хорошо рассказывает шутки. Здравствуйте, меня зовут Клюша Ильинат. А моего папу Клюшин Александр Сергеевич. Мой папа обычно занимается хозяйством. Он меня научил многому. Даже в некоторых случаях он меня научил менять колесо на машине и варить пельмени, еще многому другому. Мой папа больше всего он любит заниматься с нами, детьми и по хозяйству дома. Мой папа самый лучший. Папа зовут Сергей, ему 34 года. Его любимое занятие – охота и рыбалка. Раньше занимался волейболом, примерно 6 лет. Занимается охотой 2 года, а рыбалкой год. Возит меня с ним и научил рыболовству и устройству ружья. И также он занимался лыжами в 15 лет по 18. Во время института занимался вольной борьбой, как и я. Он предложил мне, посоветовал им заниматься, так как сам занимался и понимал примерно что-то. Мне это понравилось, и понял, что не зря. Папа довольно легкий характер, но по нему не скажешь. Он очень веселый, особенно в гостях. Но в серьезные моменты очень ответственно подходит ко всем делам. Моего папу зовут Илсуфьев Роман Николаевич. Он работает рентген-лаборантом в нашей больнице. Любимое занятие моего папы – это рыбалка и охота. С 5 лет он начал меня возить на рыбалку, на охоту. Он научил меня, как чистить ружье, как его заряжать, как перевозить. На рыбалке он научил меня, как сменять новые блесна, делать грузила самостоятельно, делать удочки, делать на них леску и все остальное. У моего папы очень строгий характер, но иногда он бывает очень веселым.
Моего папу зовут Игорь Васильевич. Он у меня очень хороший, добрый, отзывчивый, но справедливый. Бывает строгий, но никогда не кричит, с ним очень весело. Моего папу зовут Жиров Николай Николаевич. Он хороший, добрый. Я считаю, что он отличается от других пап тем, что он, у него добрый характер, он трудолюбивый, любит работать. Он меня научил тоже работать и многому другому. Его любимое занятие – это на улице заниматься с машиной, например, там что-нибудь чинить, работать и играть с детьми. Моего папу зовут Посеренин Олег Владимирович. Он добрый, трудолюбивый, хороший. Он любит заниматься, строить, любит дома, маме помогать, за Колей смотреть, за братом моим младшим. Он научил меня, как доски забивать, гвозди забивать. Он любит заниматься строительством, смотрит за детьми, за нами. Все. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя. И хоть часто не могу это вслух сказать,